научить и словом, и делом студенты экономического факультета Вологодского госуниверситета. Будущие управленцы знакомятся с основами государственного муниципального управления. В основе практикоориентированный подход. Лекции и семинары проводят сотрудники администрации Вологды в рамках соглашения, которое заключили городские власти и ВУЗ. Анна Богачева побывала на одном из занятий. Государственная политика должна удовлетворять определенным показателям, а именно реагировать на изменения, происходящие в обществе и государстве. Государственная политика, уровни и виды – тема сегодняшнего семинара. И основные ораторы – студенты. Специально готовили доклады и презентации. Разобраться в дисциплине принятия и исполнения государственных решений ребятам помогает заместитель начальника городского управления информационных технологий и защиты информации Алексей Малахов. Предмет сложный, но изучать его вместе с экспертом интересно. И стенами вуза обучение не ограничивается. Мы часто ходим в администрацию города Вологды. Нам там помогают с курсовыми работами, помогают с расчетами, дают какую-то информацию. Также помогают с дипломными работами, подсказывают, что и как сделать. Студенты участвуют в олимпиадах и тренингах, занимаются волонтерством. Они активные участники городских проектов, в том числе кадрового «Вологда. Город профессионалов». Сейчас готовят свои разработки к форуму социальных инноваций, который пройдет в областной столице в начале июня. Жить на одной волне со своим городом, знать его особенности и то, что волнует людей – все это необходимо будущим управленцам помимо теории. Мне бы хотелось показать студентам, как принятые управленческие решения воплощаются в жизнь, как они реализуются в виде каких-то социальных преобразований в обществе, в виде решения конкретных проблем города. Основная наша задача – это подготовить будущих управленцев. И это сделать можно только совместными усилиями. Решение вместе готовить квалифицированные кадры городские власти и Вологодский госуниверситет приняли в 2015 году. Осенью соглашение о создании базовой кафедры подписали глава города Евгений Шулепов и ректор Леонид Соколов. Занятия ведут эксперты высокого уровня. На этой неделе лектор выступил глава Вологды Евгений Шулепов. Ключевым этапом обучения станет практика в городской администрации. На нее студенты заступят в июне. Сотрудничество с базовой кафедрой поможет не только студентам получить определенные навыки, но будет польза и для работодателей, которые получат не теоретика, а уже практически готового специалиста, знающего тонкости, особенности и готового приступать к работе. Сегодня в Вологде подготовке специалистов для различных отраслей уделяется большое внимание. В основе концепция кадровой политики «Вологда. Город профессионалов». Это и профориентация в школе, и конкурсы профмастерства, и проект «100 общественных помощников главы», а также работа в базовых предприятий и кафедр. Кстати, соглашение по подготовке сотрудников есть не только с ВГУ, но и с Северо-Западным институтом МГЮА имени Кутафина. Все это дает возможность начинающим специалистам быть уверенными в выбранном профессиональном пути и после получения диплома начать работать на благо развития своего города. Анна Богачева, Максим Тышковец, Вологда Портал.